состоялась жеребьевка Кубка Днепр в группе с Кривбасом, Николаевым и той же Одессой. То есть какие ожидания от этого турнира и то есть, старт 30 числа, понимаю, что возможно сейчас это не настолько актуально, но тем не менее. Кубок, ожидания, цели и задачи. В каждой игре мы хотим одержать победу, и кубок не исключение. Тем более, что игра с Кривбасом для нас всегда интересна. Ну и тот же Николаев, у нас была сложная игра с ними дома. Только на последних минутах нам удалось их переломать. И Одесса, команда шагает вперед. Я думаю, что будут интересные игры. Ну и задача у нас только победа. Насколько интересен такой формат кубка с групповым этапом? Я не думаю, что игроки отличают сильно кубок и от игр кубка от игр чемпионата, вот, потому что они идут одна за другой, и на этом особенно никто не задумывается, это сегодня чемпионат Суперлиги или кубок, но опять же, в принципе, формат интересен, у нас стало больше игр, и все игроки, естественно, этого ждут с нетерпением, никто не любит тренироваться, все любят играть.